снимать на новый телефончик, который мне прислали. И смотрю, как он снимает. Вот мой старый, а другой новый у меня в кармане. Но, по-моему, цвет рисует неплохо. Не знаю, как вам видно. Мне кажется, это удобно. Не знаю, как я буду перезагружать. О, какие девушки, собственно. Вообще прикол. Они выше меня, наверное, на целую голову. Вот такая красота. Я прусь по дороге, как всегда, вне законов, правил и традиций. На улице очень классно. Вот забрала телефон, поменяла на нем стекло и пробую снимать. Мне очень интересно, как он рисует цвет. Мне кажется, очень круто. Как вы видите, мои хорошие, сейчас попробую приближать, и потом интересно будет послушать звук, какой у него. Сейчас будем все это снова испытывать, как и на тот мой телефончик. Очень круто, смотрите, как красиво вырисовывает все. Вы видите? Просто сказка. Просто сказка. Сейчас попробую увеличить вот этот балкончик. У меня некуда положить телефон. Ладно, положу сейчас в карман. Как он рисует цвет. Круто. Положила в карман, но у меня там ключи. Не хочется, чтобы размагнитился там что-нибудь. Давайте, хочу увеличить балкончик. Прикол. Вы видите? Так круто. Так круто. Как он все снимает. Нету в нем этого размытости. Он, видите, постоянно моментально фокус наводит. Очень мягко. Нету каких-то там дерганий. Очень круто снимает лица. Снова Audi. Так что Audi меня преследует. Продолжают. Там вон девчонки хотят заходить. Человек какой-то идет. Видите, можно увеличивать и близко за всеми наблюдать. И за солнечными зайчиками. И за всем, за всем, за всем. А потом попробую на этот самый, на Bluetooth передать. Потому что у меня в этом телефончике нету еще этого карты. Я думаю, может быть, из своего старого телефона карту сюда перенести. Сейчас видела здесь солнышко. Сейчас вот оно, видите? Как красиво. А там такая лампа. Солнышко, супер. Там вообще какая-то мозаика на доме. Мы хоть с вами наконец-то через столько времени можем все это рассмотреть. Боже, какая красота. Смотрите, какое облачко. Как ангелочек так летит туда, ангелочек. Класс. Очень красиво, и все так резко снимаются, все так близко, все так красиво. Вы видите? Вот это красота. Вот это да. Как можно все так увеличить? Видите? И там вон Audi тоже стоит. Все можно так близко снимать. Видите, аж туда до той улицы, до парадной. Далеко-далеко увеличила. Все видно. И все достаточно резко. Достаточно приятно все это наблюдать. Вообще класс. Мне очень нравится. Вот так вот. Не знаю, сколько я не снимала. А, вот написано 4 минуты. Ну что, прикольно. Немножечко мы с вами играться. Это как его? Как называется?
правда, забыла, как это слово называется. Про чего-то там наш телефончик. У меня реально слова были так. Очень круто. Вот так вот, мои родные. Все волшебно. У меня парадная на этот телефончик вообще по-другому видно. Вы видите? Такая шикарная. Такая плитка красивая. Все такое классное. Вообще супер. Как будто другими глазами смотрю. Вот так вот. Кто-то там сзади идет. Видите? Тебя нет. Я задом. Какие красивые перила, кованые. Да, перила очень красивые. И окно мне тоже очень нравится. Этот телефон видно вообще. Круто, как он все украшает. Это божественно. Блин, одно удовольствие на него снимать. Ну-ка, еще раз повторяю, дай бог тебе здоровья. Офигенно. Теперь я буду пытаться перекинуть это видео на мой старый телефон, а потом загрузить на YouTube. Не знаю, получится или нет, но уже радует, что он так бомбезно снимает. Я реально мечтала о таком телефоне. Лет, наверное, 20. Может, 22. Класс. Просто бомбезно. Видна кухня на мой телефончик. Очень интересно. А, вспомнила, провожу испытание. Но телефончик, смотрите, как видно. Ну-ка. Ху-ху. Вот так вот. Прикол. Сейчас глянем, как ванна видна. Тоже так. Ничего так. Коридорчик. Давайте вам обзорчик устроим. Вот здесь я зубки чищу. Ручки. Туалет. Это коридорчик. Телефончик. Ах, ударил руку. Блин. Очень красиво снимает. Просто бомбезно. Это я уже в комнате в своей. Это уже в окно смотрю. Красавчики сидят, ждут. Чего ждете? Только что вас покормила. О, не сразу улетела целая. И она их всех выгоняет. Давай, гони их. Давай. Вот, мои родные. Вот так вот. Все, провели с вами немножко испытания. Посмотрели, как снимает новый телефончик. Объявили благодарность и орден Любушки. Все замечательно. Люблю вас. Всем пока. Наверное, буду на него теперь снимать карточку свою со старого. Сюда карту переставлю и буду с него снимать. Потому что я вообще просто в трансе, как красиво он рисует цвет, как мягко он снимает. Нету вот этой всей болтанки. Даже этот самый не нужен, как он называется, который так делает неболтанистым стабилизатор, или как он там называется. Очень круто, очень мне нравится. Все,
Пока-пока, мои любимые.